цветы от анонима. Вы, наверное, сразу подумаете, что это чей-то тайный поклонник. Но работников одного из столичных офисов подобные догадки мучили недолго. Курьер доставил роскошный букет директору одной из киевских IT-компаний. Руководителя в то время на рабочем месте не было, поэтому цветы просто оставили на столе. Того, что случилось дальше, никто не ожидал. Букет взорвался. Правоохранители установили, начальник организации, которая специализируется на разработке программного обеспечения, на работу приезжал, даже провел совещание с коллегами. Букет же взорвался примерно через час после этого. Взрыв был, там были изъяты детали, скажем так, штатных взрывных устройств, это взрыватели, корпус от гранаты. Никто из сотрудников IT-компании не пострадал. Однако правоохранители подозревают, что готовилось убийство. О мотивах злого умысла пока выдвигают только предположения, чтобы дать толчок следствию. Мы предполагаем, в отношении кого готовилось это покушение, проверяются различные вещи, как связанные с работой, так и с личной жизнью. Однако пока подозреваемых нет. Личности злоумышленников не установлены, никто не задержан.